Здравствуйте, дорогие любители вязания! В начале видео я показала фотографию вот такого красивого воротника, потому что у меня здесь он не входит, камера низко расположена, и я не могу вам показать, чтобы он весь умещался в кадр. Смотрите, какой красивый воротник. И сегодня мы будем с вами его вязать. То есть мы не воротник будем вязать, а фрагмент узора. Мастер-класс я делаю по просьбе Светланы Савичевой. Она попросила связать воротник после того, как я в нашем канале Телеграм выставила вот такую фотографию. И когда Светлана попросила показать, как он вяжется, я подумала, а что такого? Схема ну, для меня понятная, думаю, я довольно легко свяжу. Я так посчитала. Начала вязать. Я начала вязать на 6 лепестков половину воротника, потому что... Ну, подумала, мне такой воротник не нужен. Ну, главное разобраться в схеме. И набрала петли на 6 лепестков, начала вязать. И, в общем, я связала то, что я связала, мне не понравилось. И, помучившись немножко, повертев в руках эту нелепицу, которую я связала, я решила все-таки составлю я свою схему и свяжу воротник полностью я найду ему применение, я найду, кому его подарить, а, возможно, я его и сама куда-нибудь надену. Самое непонятное для меня в этой схеме был вот 33 ряд, где вывязываются вот эти дырки большие. Вот, вот эти дырочки. Я мучилась, мучилась, я не поняла, что тут хотела сказать вязальщица своими цифрами. Я составила Вообще решила составить свою схему. И я ее составила. Для меня она наиболее понятная. Но и начав по ней вязать воротник, я все равно увидела, что кое-где я составила неправильно. И поэтому в конце видео, как всегда, я выложу схему правильную. Ну и мы будем вязать вот по этой схеме, только что я уже сказала, что кое-что я переделала. Я что еще хочу сказать? Конечно, такой воротник лучше вязать из хлопка, потому что его можно слегка подкрахмалить. Ну и вообще хлопковые воротнички, ну как бы это классика. Но у меня нету белого хлопка в таком количестве. Специально для него я покупать не захотела. А у меня вот такая пряжа Alize Simli. Тонкая пряжа, здесь в 100 граммах 460 метров. И она с люриксом. Я вот не могу понять, вам видно, что пряжа с люриксом? Да, конечно, вам должно быть видно. Такой ненавязчивый блеск. Он придает нарядность воротничку, такую праздничность. Ну, в общем, мне понравилось, как смотрится воротничок из этой пряжи. Все, давайте будем вязать. Больше мне пока нечего сказать. Вязать я буду на круговых спицах. Спицы один у меня, но ну, идеальное соединение лески со самой спицей. Но за что я эти спицы не люблю, леска скручивается, как проволока. Бесполезно. Если ее. Её... Подержать в горячей воде — это буквально на несколько минут. Она выпрямляется, и потом снова она как проволока скручивается. Вот не люблю я эти спицы, но у меня номер два с половиной, больше других спиц нету. Поэтому, если будет немножко эта проволока стучать по столу, я заранее прошу прощения. Мы с вами свяжем. Ой, я вам же не сказала, если смотреть по моей схеме. Раппорт узора составляет 9 петель. Плюс 9 петель для симметрии узора. Эти 9 петель для симметрии мы делим на 4 петли до раппорта. 5 петель после раппорта. Между этими петлями мы вяжем нужное количество раппортов. У меня в воротнике 12 листьев. Я набирала петли по 9 петель 12 раз и петли 9 петель для симметрии узора значит получается что я набрала всего 117 петель плюс 2 кромочные по моему так на схеме желтые здесь у меня серые на ксерокопии а у вас схема будет с желтыми клеточками желтая клеточка это значит нет петли это значит мы не обращаем внимание на эти петли мы сразу вот 4 петли провязали. Дальше у нас идут желтые клеточки, мы их пропускаем и вяжем следующие 4 петли. То есть мы вяжем 8 петель сразу. Эти клеточки нужны для составления схемы, чтобы схема, схема была наиболее читаемая. Вот без этих желтых клеточек вот эти пустые клеточки нет петли. Тогда схема получается вот такая, что мне не нравится. В общем, давайте мы начнем. Набираем на спицы 20 петель вместе с кромочными. Вяжем первый лицевой ряд. Первую кромочную я снимаю. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 4 изнаночных. Это петли перед рапортом провязали. Далее начинаем вязать петли раппорта. Лицевая скрещенная. Вот в первом ряду лицевую скрещенную я вяжу за заднюю стенку. Петлю. 8 изнаночных. Не забыли, что на желтой клеточке мы внимание не обращаем. Далее лицевая скрещенная, это уже петля после рапорта идет, и 4 изнаночных до конца ряда. Вот такой у нас первый ряд. Петли в процессе вязания у нас будут увеличиваться. И в дальнейшем я не буду делить петли до рапорта и после рапорта, я буду говорить общее количество петель. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку. По рисунку это значит мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. В дальнейшем будут накиды. Мы накиды будем вязать тоже изнаночными петлями. Я такие ряды в видео пропускаю. Вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд 4 изнаночных делаем накид. Лицевая скрещенная. Я вяжу бабушкиными петлями, и лицевую петлю я вяжу вот так. А лицевую скрещенную я подхватываю петлю сзади и вот так вот ее разворачиваю и провязываю лицевой петлей. Лицевая скрещенная. Снова делаем накид: 8 изнаночных. делаем накид лицевая скрещенная делаем накид 4 изнаночных в конце ряда в четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку пятый лицевой ряд 4 изнаночных 1 лицевая делаем накид лицевая Скрещенная. Снова делаем накид. Лицевая петля. 8 изнаночных. И следующий лист вяжем лицевая. Делаем накид. Лицевая скрещенная. Накид лицевая. 4 изнаночных до конца ряда. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Мы провязали 6 рядов, и вот дальше у нас вязание листика будет однообразным. Мы будем увеличивать петли листика, и изнаночные петли будут вязаться не увеличиваясь. 4 до листа, 8 между листьями и 4 после листика пока что вязание однообразное и довольно все понятно. Итак, 7 лицевой ряд: 4 изнаночных: 2 лицевых, накид лицевая, скрещенная, накид 2 лицевых в листочке у нас Накиды вяжутся до и после лицевой скрещенной центральной петли. Далее 8 изнаночных. 2 лицевых. Накид лицевая скрещенная. Накид 2 лицевых, 4 изнаночных в конце ряда. В восьмом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Девятый лицевой ряд 4 изнаночных 3 лицевых накид лицевая скрещенная накид 3 лицевых 8 изнаночных 3 лицевых накид лицевая скрещенная накид 3 лицевых 4 изнаночных для тех, кому кажется, что слишком быстро я вяжу и говорю, уже я сказала, здесь вязание однообразное. Кто разобрался, тут уже свяжет самостоятельно до 16 ряда, включительно по 16 ряд. Вот. И поэтому ну, как бы я тут уже особо не, не стараюсь объяснять, тут объяснять нечего. А тем, кому кажется, что это слишком быстро, у вас есть в настройках и в телефоне, и в компьютере скорость воспроизведения видео. Вы можете увеличить скорость, либо уменьшить скорость. Воспользоваться этими настройками. В десятом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. 11 лицевой ряд, все то же самое. 4 изнаночных, 4 лицевых, делаем накид, лицевая скрещенная, делаем накид, 4 лицевых, 8 изнаночных. 4 лицевых. Накид лицевая скрещенная. Накид 4 лицевых и 4 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 13 лицевой ряд 4 изнаночных. 5 лицевых делаем накид, лицевая скрещенная, делаем накид, 5 лицевых, 8 изнаночных. 5 лицевых второй лист вяжем делаем накид лицевая скрещенная делаем накид 5 лицевых и 4 изнаночных в четырнадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 15 лицевой ряд 4 изнаночных 6 лицевых. Делаем накид. Лицевая скрещенная. Делаем накид. 6 лицевых. Далее 8 изнаночных. 6 лицевых, накид, лицевая скрещенная накид, 6 лицевых, И 4 изнаночных в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Провязали 16 рядов, получаются вот такие листья. И сейчас они шли у нас на расширение. Сейчас мы будем их сужать, закруглять с каждого края. 17 лицевой ряд, 4 изнаночных. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 11 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю петли, чтобы у меня красиво и ровно они привязались. Далее 8 изнаночных. И второй лист. Две вместе лицевой с наклоном влево. 11 лицевых. Две вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночных в конце ряда. В восемнадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Здесь у нас уже накидов не было. Провязали 18 рядов, и сейчас мы будем вывязывать центральную часть между листьями. Узор между листьями. 19 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. 4 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаем закруглять лист. 9 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 4 изнаночных. Делаем накид 4 изнаночных. И снова закругляем лист. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 9 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 изнаночных в конце ряда. Да, и еще делаем накид. В двадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. У нас появились накиды. Мы вяжем их изнаночными. 21 лицевой ряд. После кромочной 1 лицевая. Делаем накид. 4 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 7 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 изнаночных. делаем накид 1 лицевая делаем накид 4 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном влево 7 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 4 изнаночных, делаем накид 1 лицевая 1 изнаночная В 22 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку накид вяжем изнаночными 23 лицевой ряд 2 лицевых делаем накид 4 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 изнаночных. Делаем накид. 3 лицевых. Делаем накид. 4 изнаночных и второй лист 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе 5 2 вместе лицевой с наклоном вправо 4 изнаночных делаем накид 2 лицевых в конце ряда в 23 четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 25 лицевой ряд 3 лицевых делаем накид 4 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночных, делаем накид 5 лицевых, делаем накид 4 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночных. Делаем накид 3 лицевых. В 26 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 27 лицевой ряд 1 лицевая. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Делаем накид 4 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 изнаночных. Делаем накид. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 1 лицевая. Делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Делаем накид 4 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 изнаночных делаем накид лицевая петля 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и 1 лицевая это был 27 ряд мы усложнили узор добавили еще накидов между листьями и в двадцать восьмом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 29 лицевой ряд, 2 лицевых, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, делаем накид, 4 изнаночных. Далее 3 петли, вот у нас лицевых, нам нужно провязать их вместе лицевой, так, чтобы средняя петля была по центру. Вот так вот можно сделать. Снимаем первую петлю. Вот так вот разворачиваем, вторую снимаем тоже и возвращаем петли на левую спицу. У нас вторая петля получилась на первом месте. И провязываем 3 вместе лицевой. И вот средняя петля у нас получилась по центру. Далее 4 изнаночных. Делаем накид лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 3 лицевых. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Делаем накид 4 изнаночных. И теперь снова 3 петли нужно провязать вместе лицевой, чтобы средняя петля была по центру. Вот так еще можно сделать. Снимаем 2 петли, не провязывая на правую спицу, меняем их местами. Вот так вот вторую петлю выставляем на первое место. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем их 3 петли вместе лицевой. Далее будет 4 изнаночных делаем накид 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 2 лицевых в тридцатом изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только петля где мы провязывали 3 вместе лицевой. Вот у нас это, вот эта петля. Мы провязываем ее в изнаночном ряду тоже лицевой петлей. Вот единственная петля, которая вяжется не по рисунку в тридцатом ряду. Это петля от вершины листика. Дальше все петли провязываем по рисунку. И вот снова дошли до этой петли. Она у нас здесь изнаночная, но мы вяжем ее лицевой, и все, вот такой у нас 30 ряд, немножко не по рисунку: 31 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 3 лицевых делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая делаем накид 3 изнаночных 3 изнаночных далее 3 вместе провязываем изнаночной петлей вот у нас 3 изнаночных мы их вместе провязываем одной изнаночной хорошо затягиваем смотрим чтобы петли были одинаковые Далее будет 3 изнаночных. Делаем накид лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид 5 лицевых. Накид 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. 3 изнаночных. Далее снова 3 вместе провязываем изнаночной петлей. 3 изнаночных. Накид лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид 3 лицевых в конце ряда. В 32 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Мы провязали 32 ряда и дошли вот до того места, где я просто запуталась, замучилась, не поняла и связала по-своему. Вот, вот в этом месте, где у нас должна быть большая дырочка. 33 лицевой ряд. 4 лицевых. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Делаем накид, 2 изнаночных, 3 вместе изнаночной, 2 изнаночных. Накид лицевая. Две вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид. И вот у нас 7 петель лицевых. Мы должны привязать их так, чтобы получилось 10 петель. То есть вот мы должны прибавить 3 петли, но это сделать так красиво, чтобы в центре была большая дырка. Я делаю вот по-своему. Кто-то, может быть, разберет то, что нарисовала автор схемы первоначально, которую я показывала, и подскажет, что имела в виду она. Итак, после того, как мы сделали накид, из следующей петли мы вывязываем две, вот лице, две лицевых, одну лицевую я вяжу за заднюю стенку и одну лицевую я вяжу за переднюю стенку. Далее одна лицевая. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем двойной накид. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Затем из протяжки между петлями, вот поднимаем протяжку между петлями. Вот таким образом сзади подхватываем ее, переносим на левую спицу и провязываем ее за заднюю стенку лицевой петлей. Вывязываем вот лицевую скрещенную из протяжки. И далее снова из одной петли вывязываем две. Одну лицевую за заднюю стенку, одну лицевую за переднюю стенку. И считаем. Накид мы пока не считаем. А считаем петли. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы получили 10 петель. Далее делаем накид и далее вяжем уже нам все знакомо. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, 2 изнаночных, Делаем накид лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид 4 лицевых. Вот для меня это было самое трудное место. И у нас получилось, что мы 10 петель... Вот, увеличили до 10 петель и плюс 2 накида по краям вот этот вот промежуток мы вяжем изнаночными петлями здесь у нас будет 12 изнаночных вот в этом маленьком треугольнике в изнаночном ряду так это 30 34 изнаночный ряд мы все петли вяжем по рисунку. 35 лицевой ряд 5 лицевых делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая делаем накид 1 изнаночная 3 вместе изнаночной 1 изнаночная Дальше делаем накид лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид 12 лицевых. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая, накид, изнаночная, 3 вместе изнаночной, 1 изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 5 лицевых до конца ряда, в 36 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 37 лицевой ряд. 6 лицевых. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Делаем накид. 3 вместе провязываем изнаночный. Снова делаем накид одна лицевая, две вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 14 лицевых. Делаем накид, две вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая, накид, три вместе изнаночной. Снова делаем накид. Одна лицевая, две вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид 6 лицевых до конца ряда. Перед тем, как вязать 38 ряд, посмотрите на схему. Накиды обозначены другим цветом, мы вяжем лицевыми а все остальные петли мы так продолжаем вязать по рисунку вот здесь у нас накид еще вяжется изнаночной изнаночный, изнаночный, и вот мы дошли до накида где мы провязывали 3 вместе изнаночной нам нужно будет в лицевом ряду снова провязать их 3 вместе изнаночной и вот эти накиды мы вяжем лицевыми лицевой лицевая петля еще раз лицевая петля и следующий накид вяжем лицевой все остальные мы петли вяжем изнаночными и в следующем листике мы тоже накиды вяжем лицевыми 39 лицевой ряд 7 лицевых делаем накид 2 вместе вяжем лицевой с наклоном влево. И далее 3 вместе вяжем изнаночной. Затем 2 вместе вяжем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид 16 лицевых. делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 вместе изнаночной петлей 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 7 лицевых до конца ряда и в сороковом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку это у нас последний ряд рапорта мы провязали последний ряд и вот мы закончили вязать воротник ну в данном случае часть воротника дальше мы закрываем петли закрывайте любым удобным для вас способом главное чтобы это было не стянуто я просто вот вот таким обычным способом Вот посмотрите, какой получается красивый элемент. Ну, естественно, нитки у меня здесь толстые, спицы я тоже взяла потолще, чтобы уже было видно. И вот, когда отпаришь, ну, получается вот так. Затем я обвязала воротник крючком обычными столбиками без накида. Вот обычно, чтобы обычными столбиками и смотрите, чтобы края не были стянутыми. Можно потом еще раз обойти, обвязать, вернее, вот когда дойдем до конца, весь воротник обвяжем, можно вернуться и рачьим шагом обвязать. Ну, я уже этого делать не стала. Я не буду сейчас уже весь воротник этот обвязывать до конца. Просто вот смотрите, уже и край становится ровнее, лучше, смотрится красивее. И вот когда мы дойдем до конца, вернее, до начала верхнего края, я вот уже просто покажу, как я делала зубчики. Так вот, я закрепилась. И зубчики. Я провязывала 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем, вот мы в эту петлю связали, одну пропускаем и в следующую через одну. закрепляем полустолбиком. И снова 8 воздушных петель. Так, я не считаю. Раз, два, три. И снова пропускаем одну петлю. И в следующую вы можете сами подобрать для своих ниток, для ниток своей толщины, для своего крючка вы можете подобрать нужное количество вам. Так, вот я уже тут не посчитала, сколько петель. Нужное количество воздушных петель. Там на схеме в книге показано 11. Ну, когда тонкие нитки, тонкий крючок, то, конечно, зубчики можно связать уже из 11 петель. И все, и у меня получилось... А, да, нет, вот так вот еще получилось. Значит, у меня 3 зубчика 3 4 5 6 7 8 и вот снова 4 дальше тут вот у нас идет листок и здесь я взяла 5 столбиков 5 снова через одну чтобы верхушка листочка было 5 столбиков с накидом и далее снова по 8 столбиков я вязала и у меня получилось по 9 зубчиков вот 5 столбиков на верхушке листочка и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 зубчиков уже вот в этом элементе ну вот все если вы захотите связать салфетку, то набрав нужное количество петель, вы вяжете по кругу, замыкаете в круг, вяжете по кругу. В четных рядах петли вяжутся по рисунку. А середину можно заполнить уже какой-то красивой сеточкой. Особенно хорошо такие салфетки, когда в центре ее что-то стоит. Какая-то вазочка в центре салфетки. И вот по краям такая красота. Все. Давайте скажем спасибо Светлане Савичевой и девочкам, которые присоединились к просьбе, за идею мастер-класса, что подсказали нам связать такую красоту. Ставьте лайки, если вам понравился такой воротник. Пишите комментарии. Подписывайтесь на нас везде, где мы есть. В соцсетях. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!